Итак, вы готовы? Да. Сегодня у нас очередная тренировка. Сегодня первый раз мы бежим вместе 20 километров за Домбай в Краснодаре. Вот. Когда соревнования? 24 февраля. А сегодня? А сегодня 18 января. Да, день до крещения. Да, сегодня первый раз такая длинная дистанция, 20 километров. Я буду сопровождать Андрюшу на велосипеде с водой. А он попытается 20 километров этих... В темпе 5 минут. В темпе 5 минут за час 40 пробежать. Да. Ну, вернемся еще к переговорам во время бега. Удачи. Андрей. Первый километр, самочувствие отличное. Полет нормальный. Вообще даже еще не разогрелся. Я, кстати, сам тоже подмерзаю. Вот один говорит километр. Один километр. Это наша... 4,50. Наша летняя спортивная площадка, места силы. Сейчас на ней грустно, но дальше будет веселее. Так, это мы бежим через парк имени Горького. Нет, парк имени 30-летия Победы. Далее по кругу набережной, через Победовский мост на юбилей. Давай, темпу. Краснодарский край. На голове Карачаева-Черкесия. Кубана-Набережная. Приближаемся к мосту поцелуев. Чудесная погода как раз для бега. Свежо. Не жарко. Не жарко. Как чемпион себя чувствует? 2 километра позади. 2 километра, да. Прекрасный вид, прекрасное настроение. Не забываем, вечером тренировка по акробатике. Да. Схалявим немного. Курят на Кубана-Набережной. Это да. Белка сказал, что Сарива отменили, она так расстроилась. Я думала, что поднял осталось. Итак, как самочувствие? Пятёра, только что сказали. 5 километров позади. Да. А газель впереди. Вау. И не побегаешь. Спокойно. Пятёра вообще как разминка в зале. Даже ничего не чувствуешь, да? Да. Отлично, бежим дальше. Эй! Сколько?
вешать в граммах. Итак, парковка Укея. Мы на юбилейном. Порядком 6 километров, да, уже? Почти 6 уже. Итого нам 4 углубиться в юбилейное. Это полюбасу делать круг вокруг храма. Да. Ну. А? Беговодитель по Краснодару. Вот 6. 6. 6 на Укее. Так, Андрюша захотел попить. Весна, весна, Версаль, юбилейный. Коровы тут пасутся на лугу. Налево. А давай по скверу пойдем, прямо. Итак, сколько? 8, да? Почти 8 километров. Каждый километр в среднем 5 минут. Даже чуть быстрее. Надо 5 держать темп. Посмотрим, что будет после десятки. После десятки все будет прекрасно. Сейчас мы бежим к речке, делаем разворот, бежим обратно и до церкви на разворот на юбилейный туда. Сейчас мы увидим Кубань. Итак, река Кубань. Чемпион! А чё, куда тебе? На разворот. Можно, можно так же по скверу. Ну чё, сколько? Итак, ждем десятку, бежим обратно. Середина дистанции. Десятка есть? 9900. Мы в конце юбилейного. Самочувствие отлично. Самочувствие отлично. Говори 10 в данный момент. Девушка, помолчи. 10, дай пятюню. Осталась половина. Осталась половина. Самочувствие прекрасно. Да, водички. И конфетку стала. Конфетку точно. Сейчас и будет. А, давай я тебя там тебя встречу. Километров заслуженная конфетка попадает победителю прямо в руки. Меняемся. По кайфу пока. Вторая встреча с Кубанью. Километров. Как самочувствие? Отлично. Боюсь глазить, но ничего не болит. Как будто бы до сих пор разминка. Сюрприз. 14,5. 14,5, отлично. Классно, когда тебя поддержат,
стального коня. Попозже. А вот наши коллеги. Помашите маме ручкой! Физкульт-привет! Физкульт-привет! Какие-то они грустные, видимо, они из Краснодара. Отмороженные, воркутинские. Ну, может быть. Как у нас все-таки красиво, да? Не как в серых городах России. Да. Чемпион, я быстрее! Давай, давай! Упс. Аккуратнее, быстрее! Так, да, мы потихонечку возвращаемся к дому. Сколько у нас на часах? Час 29:47. Час 29 мы уже бежим, полтора часа. Сколько расстояние? 18,5. 18,5 километров. Осталось до цели 1,5 километра. Как вы себя чувствуете? Самочувствие прекрасное. Все мышцы и суставы в норме. Воды и сахара. И предыдущих тренировок, я думаю, однозначно. Да. Прошлая неделя была с объемом 47 километров. А сегодня мы уже 20. Да. К сожалению, вчера из-за экзамена я не побегал. Планировалось пробежать 10 километров перед этой долгой тренировкой. Но экзамен подзадержался, я сдал на 5. Чему нельзя не радоваться? Потому что мы идем на красный диплом. Быть чемпионом с красным дипломом, с двойным образованием, это же круто. Это прекрасно. Надо вот к чему стремиться всей малой. Итак, вот он наш чемпион. 20 километров. Лучшая тренировка в этом году. Как себя чувствуете? Прекрасно. Контрольное время. Сейчас 38.50, но получилось чуть больше. 20 километров. 20,5. 20,5. Это сколько километров? 4.52. Это даже лучше, чем планировалось. Чем планировались, да. Надо чуть пробежаться, чуть-чуть медленно туда. Сейчас. Еще раз напоминаем, это была тренировка. 50-километровым ультрамарафоном, который состоится 24 февраля. Ждем вас на Театральной площади. Ништяк. Итак, подведем итоги. Общее расстояние, которое мы пробежали, проехали 20 километров 300 метров. Средний темп 4 минуты 51 секунда за километр. Прекрасный результат, выше нормы, мы на 5 рассчитывали. И общее контрольное время — это 1 час 38 минут. Все нормально, самочувствие чудесное, едем дальше. Далее мы видим на картинке, на фотографии маршрут нашей пробежки. Стартовали мы от улицы Береговой. Это самое начало тропы здоровья, которая ведет к парку 30-летия Победы. Оттуда мы через мост Поцелуев двинулись по Кубанонабережной. Далее на улице Кожевенной, оттуда на парковку Окея. И далее по проспекту Чекистов, по всему Юбилейному, до храма. И то же самое в обратном порядке.